Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки-слитки. Для тапочек я использовала пряжу акрил 100% 300 метров на 100 грамм и спицы номер 3. Тапочки начинаем вязать с мыска снизу вверх. Дальше вяжем две боковины. Потом вяжем нижнюю часть тапочек. Все это вяжем узором рис. Потом вяжем подошву платочной вязкой. В конце вяжем задник тоже узором рис. На спице горчичной ниткой набрала 14 петель. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная, 12 петель провязываем лицевыми петлями. И последняя петля кромочная изнаночной петлей. Дальше верхнюю часть тапочек. Мысок и боковины будем вязать узором рис. Вяжем второй ряд. Начинаем вязать узором. Первая петля кромочная, один накид и дальше вяжем узор. Одна петля лицевая, одна изнаночная. И снова лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так вяжем до последней петли. На левой спице осталась одна петля, один накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязали второй ряд. Третий ряд. Первая петля кромочная. Накиды провязываем лицевыми петлями. И до накида вяжем все петли по рисунку, так как смотрят петли. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так провязываем до накида. Накид провязываем лицевой петлей и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем все петли узором. Вяжем лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Пятый ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем по рисунку. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так провязываем до конца ряда. Шестой ряд. Первая петля кромочная. Один накид. И до последней петли вяжем узором. Лицевые петли провязываем изнаночными, изнаночные лицевыми. Изнаночная петля, лицевая. Изнаночная, лицевая. И так вяжем до последней петли. На левой спице осталась одна петля, один накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала шестой ряд. Седьмой ряд. Первая петля кромочная. Накиды провязываем лицевыми петлями. И дальше до накида все петли провязываем по рисунку. Изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Накид провязываем лицевой петлей. Последняя петля кромочная изнаночной петлей. Восьмой ряд. Первая петля кромочная. И дальше вяжем узором. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая.
лицевая. Изнаночная, лицевая. И так вяжем до конца ряда. 9-й ряд. Первая петля кромочная и все петли ряда провязываем по рисунку. Десятый ряд. Первая петля кромочная, один накид и дальше вяжем узор. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так провязываем до последней петли. На левой спице осталась одна петля, один накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей. 11-й ряд, первая петля кромочная, накид провязываем лицевой петлей и до накида все петли вяжем по рисунку. 12-й ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем узор. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так провязываем до конца ряда. 12-й ряд. Первая петля кромочная и все петли ряда провязываем по рисунку. Четырнадцатый ряд. Первая петля кромочная, один накид и дальше вяжем узор. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. И так вяжем до последней петли. На левой спице осталась одна петля, один накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 15-й ряд. Первая петля кромочная, накид провязываем лицевой петлей и до накида все петли вяжем по рисунку. Накид провязываем лицевой петлей и последняя петля кромочная изнаночной петлей. 16-й ряд. Первая петля кромочная и все петли ряда провязываем узором. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. И так вяжем до конца ряда. 17-й ряд. Первая петля кромочная и все петли ряда провязываем по рисунку. Восемнадцатый ряд, первая петля кромочная, накид и до последней петли вяжем узором. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. На левой спице осталась одна петля, один накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей. 19-й ряд. Первая петля кромочная, накид провязываем лицевой петлей и до накида вяжем по рисунку. Накид провязываем лицевой петлей и последняя петля кромочная изнаночной петлей. 20-й ряд. Первая петля кромочная и все петли ряда провязываем узором. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. 21-й ряд. Первая петля кромочная
И все петли ряда вяжем по рисунку. Провязала 21 ряд мыска. На спице у меня 24 петли. Больше петли с помощью накида мы добавлять не будем. Но продолжим вязать мысок узором рис. Только уже будем вязать двумя цветами. Крепим белую нитку и следующие 4 ряда вяжем белой ниткой. Вяжем 22 ряд. Первая петля кромочная. И дальше вяжем узор. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так провязываем до конца ряда. 23 ряд. Первая петля кромочная и все петли ряда вяжем по рисунку. Двадцать четвертый ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем узор. Изнаночные петли провязываем лицевыми, лицевые изнаночными. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. 25 ряд. Первая петля кромочная и все петли ряда провязываем по рисунку. Провязала 25 рядов, следующих 4 ряда с 26 по 29 ряд буду вязать горчичной ниткой. Вяжем 26 ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем узор. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так провязываем до конца ряда. 27 ряд. Первая петля кромочная и все петли ряда вяжем по рисунку. 28 ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем узором. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так провязываем до конца ряда. 29 ряд. Первая петля кромочная и все петли ряда вяжем по рисунку. 29 рядов мыска. Следующих 16 рядов буду вязать, так как вязала предыдущие 8 рядов. Повторяю схему из 22 по 29 ряд. 4 ряда провязываем белой ниткой, 4 ряда горчичной. Вяжем узором рис. Провязала еще 16 рядов. Вместе у меня 45 рядов мыска. Мысок готов. Дальше будем вязать боковины тапочек. Боковины тапочек будем вязать горчичной ниткой узором рис. Для начала провязываем первые 11 петель. Первая петля кромочная и 10 петель провязываем узором. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная, лицевая. Провязали первые 11 петель. На этих 11 петлях будем вязать первую боковину. Дальше следующие 2 петли по центру нам нужно закрыть. Закрываем 2 петли. И на левой спице у нас тоже 11 петель. Это будут 11 петель второй боковины. Первые 11 петель первой боковины откладываем на дополнительную спицу и будем вязать вторую боковину. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная, 9 петель провязываем узором рис.
лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И последняя петля кромочной изнаночной петлей. Провязали первый ряд второй боковины, разворачиваем и вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, 9 петель провязываем по рисунку. И 11 петлю кромочную провязываем изнаночной петлей. Провязала второй ряд второй боковины. Вяжем третий ряд. Первая петля кромочная. 9 петель провязываем узором. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. И последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязали третий ряд. Разворачиваем и вяжем четвертый ряд. Первая петля кромочная, 9 петель провязываем по рисунку. И последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязали четвертый ряд. Провязала 4 ряда второй боковины. По такой схеме, как вязала предыдущих 4 ряда, вяжем еще 36 рядов. Провязала еще 36 рядов второй боковины. Вместе у меня провязано 40 рядов. Закрываем все 11 петель и вторая боковина готова. Так, вторая боковина готова. Возвращаемся к начальным 11 петлям. Крепим нитку. Первый ряд первой боковины у нас уже провязанный. Вяжем второй ряд. Вяжем первую боковину так, как вязали вторую. Первая петля кромочная. И 9 петель провязываем по рисунку. Итак, вяжем еще 38 рядов. Провязала еще 38 рядов первой боковины. Вместе у меня провязано 40 рядов. Закрываем все петли, и первая боковина готова. Верхняя часть тапочек готова. Дальше будем вязать нижнюю часть тапочек. Нижнюю часть тапочек будем вязать горчичной ниткой, узором рис. Петли начинаем набирать с этого угла, вот так, по нижнему краю и к этому углу. Набираем петли горчичной ниткой. Крепим нитку и набираем петли. Набрала петли, вместе у меня получилось 98 петель. И дальше 14 рядов буду вязать узором рис. Вяжем нижнюю часть тапочек. Первый ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так провязываем до конца ряда.
Второй ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. И так вяжем до конца ряда. Третий ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем по рисунку. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. И так вяжем до конца ряда. Четвертый ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем. Лицевая. Изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Провязала 4 ряда нижней части тапочек. Следующие 10 рядов буду вязать, так как вязала предыдущие 4 ряда, повторяя схему из 1 по 4 ряд. Провязала еще 10 рядов нижней части тапочек. Вместе у меня провязано 14 рядов. Дальше в конце 14 ряда по этому краю набираем петли для задника. Набрала петли для задника. У меня вышло 16 петель. Дальше 15 ряд. Все петли провязываем узором рис. Первая петля кромочная и дальше вяжем. Одна петля изнаночная, одна лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. И так вяжем до конца ряда. Провязала 15 ряд. Дальше в конце 15 ряда уже по этому краю тоже набираем 16 петель. Набрала и по второму краю петли. Вместе у меня на спицах 130 петель. И дальше первые 60 петель провязываем узором рис. Первая петля кромочная и 59 петель вяжем узором. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Провязала первые 60 петель. Дальше на центральных 10 петлях будем вязать подошву. Подошву будем вязать платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды будем провязывать лицевыми петлями. Вяжем первый ряд подошвы. 9 петель провязываем лицевыми петлями. И следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали первый ряд. Разворачиваем и вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, 8 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала второй ряд. Разворачиваем и вяжем третий ряд. Первая петля кромочная, 8 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем четвертый ряд. Первая петля кромочная, 8 петель лицевых.
И две петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала четвертый ряд. Провязала 4 ряда подошвы. Дальше по такой схеме, как вязала предыдущих 2 ряда, вяжем еще 78 рядов. Лицевые ряды провязываем кромочные, 8 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночной. Изнаночные ряды провязываем кромочные, 8 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей. Так вяжем еще 78 рядов. Провязала еще 78 рядов подошвы. Вместе у меня провязано 82 ряда. Дальше вяжем 83 ряд. Первая петля кромочная, 7 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 84 ряд. Первая петля кромочная, 6 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем и вяжем 85 ряд. Первая петля кромочная, 5 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 86 ряд. Первая петля кромочная, 4 петли лицевые. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем и вяжем 87 ряд. Первая петля кромочная, 3 петли лицевые. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 88 ряд. Первая петля кромочная, 2 петли лицевые. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 88 рядов подошвы. Вот такая подошва у меня получилась. Дальше будем вязать задник. Задник будем вязать узором рис. На спицах у меня осталось с обеих сторон по 16 петель и центральные 4 петли. Вместе у меня 36 петель. Вяжем первый ряд задника. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная и 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем. Второй ряд. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная и 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем и вяжем третий ряд. Первая петля кромочная, 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая и 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем четвертый ряд. Первая петля кромочная, 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая и 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 4 ряда задника. По такой схеме, как вязала предыдущих 4 ряда, вяжем до тех пор, пока на спицах не останется 4 петли. Провязала задник. На спице у меня осталось 4 петли. Дальше закрываем эти 4 петли. И наш тапочек готов.